Всем доброго времени суток, на канале Все Авто Тут. Посмотрите, какой красавец до нас доехал. Это Volkswagen Tiguan R. Не Airline, не какие-то доработки, а настоящий чистокровный R. Этот автомобиль идет 21 года выпуска с бензиновым двигателем объем 2 литра мощностью 320 лошадиных сил. Камера не может передать всю красоту автомобиля. У него идет очень красивый синий перламутровый цвет. Оптика у нас идет полностью линзованная IQ Light LED максималка. Есть черные глянцевые элементы, хромированные решетки, боковые зеркала идут хромированные и рейлинги на крыше. Легкосплавные двухцветные колесные диски с датчиками давления, двадцатки. Резина у нас идет Hankook Leto, 47 неделя 2020 года. В боковых зеркалах у нас находится контроль, мониторинг слепых зон. Так выглядит дверная карта. Очень много хромированных элементов присутствует в отделке интерьера под карбон. Здесь у нас расположен полный электропакет, блокировка окон для защиты детей, электрорегулировка зеркал и центральный замок. Комбинированный салон из темно-серой кожи, ткани и алькантары. Такой красивый мультируль с подрулевыми лепестками, кнопки управления мультимедией, громкая связь, голосового управления. Также этот руль оснащен обогревом в трех режимах. Слева находятся кнопки управления ассистентом помощи движения, лимитер, круиз-контроль. Круиз-контроль идет адаптивный с контролем дистанции и также оснащен дистроником. Датчик света, датчик дождя и центральная цифровая приборная панель идет комбинированная с отображением скоростного режима, лимита, запаса хода. Пробег составляет всего лишь 34 336 км. При запуске двигателя у нас выдвигается проекция на лобовое стекло, отображается на небольшом дисплейчике, достаточно хорошо все видно, идет отображение скоростного режима и также ограничение дорожных знаков по навигации. А по центру располагается мультимедийный дисплей, он идет полностью на русском языке. Здесь мы можем проверить контроль давления в шинах, состояние автомобиля, подключить телефон по Bluetooth или Apple CarPlay, построить маршрут, потому что навигация здесь все это работает. А также настроить ассистента помощи движения. Все, которые вам не нужны, их можно просто отключить. Камера заднего вида с динамической разметкой. Партроники идут передние и задние. Классический селектор коробки передач. Выбор режима движения при помощи шайбы. Электростаточный тормоз. Автоход. Система стабилизации. Система старт-стоп. Ассистент помощи парковки и звуковое сопровождение партроников. Четыре режима движения. Комфортный, спортивный, гонка и индивидуальный. Индивидуальный можно настроить абсолютно под любые капризы и задачи. Чуть ниже находится блок управления климат-контроля. Он здесь идет многозонный, присутствует обогрев первого ряда кресел в трех режимах, рециркуляция воздуха по салону, автоматическая климатизация, обогрев боковых зеркал и заднего стекла и обдув лобового. Два USB-C разъема зарядки, прикуриватель и беспроводная. А в крыше у нас расположено огромное панорамное остекление со сдвижной секцией люком. Комфортный и просторный второй ряд сидений выполнен так же, как и первый. Здесь находится подлокотник с подстаканниками и по центру находится блок управления климата. Так автомобиль выглядит в задней части. Просто красавица. Бумеранговая задняя оптика. Крышка багажника у нас идет механическая. В подарок автомобилю идет оригинальный дорожный набор. Места достаточно. Отсюда регулируется и складывается второй ряд сидений, превращает все это в ровный пол. Внизу присутствует дополнительная скрытая ниша для хранения каких-нибудь вещей и инструментов. Также этот пол может трансформироваться в более глубокий. Автомобиль из Германии без пробега ПРФ. Честная история, подтвержденный пробег, без ДТП и окрасов и, как всегда, самая вкусная и приятная цена. Приобрести его можно уже сегодня за наличный расчет, кредит или по программе Trade-in. Все, кого заинтересовал, пишите, звоните, все расскажем, покажем. Более подробную информацию про этот автомобиль вы сможете найти в нашем телеграм-канале, ссылку на который я оставлю в описании.